Музейный комплекс, набережная и даже звериный питомник. Национальная деревня в поселке Волгарь не будет иметь аналога в стране. Проект инициировали в Доме дружбы народов. Идею создания этнопарка лично поддержал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Планируется, что здесь будут проходить национальные свадьбы и праздники. Парк станет экскурсионной площадкой, где посетители смогут прогуляться по загадочным лабиринтам культуры и быта народов, проживающих в регионе. Парк, в принципе, будет центром притяжения всех национальных культурных объединений. Здесь у нас будут проходить и национальные праздники. И с гордостью можем сказать, что когда узнали в школах и в Новокуйбышевске, 116-м, там они все-таки ближе туда, они уже просят, чтобы их включили в план. На территории в 10 гектаров разместятся 23 национальных комплекса. Один из них станет музеем малых народностей. Остальные распределят между собой общины. Как говорится, всем сестрам по серьгам. Для каждой народности на участке в 5 соток построят дом в 50 квадратных метров. Создадут подворье. Внутреннее убранство маленьких храмов этнической культуры представители общин выберут сами. Это историческое явление. Оно хорошее, оно нужное. Оно работает на гражданское сознание нашего общества. Это место будет первым таким святым многонациональным подарком для молодежи, для жителей нашего города среднего возраста. Представители общин говорят, создание национальной деревни внесет огромный вклад в культурное и духовное развитие всех поколений. Уверены, народы, живущие бок о бок, должны сохранять свои обычаи, чтить свою историю и вместе с тем уважать друг друга и поддерживать. Мы придем и не просто можем посмотреть праздник, на котором люди всех национальностей присутствуют в своей одежде, со своей кухней, но еще и можно войти в дом, который будет являться домом предков, где можно будет прочитать историю своего народа, долгую, давнюю. На создание национального парка запланировано 250 миллионов рублей. Как говорят в Доме дружбы народов, все эти средства – пожертвования национальных общин. Строительство должно завершиться уже к 2016 году. Алина Чемерис, Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События.